Доброе-доброе утро. Наидобрейшее всем утро. О, отобрали шишечку у феечки, да? У феечки забрали шишку. Господи, шеф, тебе не стыдно? Так я феечка добыла. Зачем ты ее забрал? Давай фейке отдадим, а ты себе еще добудешь. Так, держи, держи, ты добыла, ты. Вот, понеслась. Понеслась сразу же домой. Богатство свое утаскивать. Так, а тут кто? Соболи не желает доброго утра? Соболек, или в горшок этот клювик свой хочешь засунуть? Не надо, не надо, не надо, миленький, не надо. Пусть все такие свеги стоят, прям деловые, как не знаю кто. Что за деловые псы? Погода не сильно солнечная, но прямо теплом так прет, что будет сегодня тоже жарко. Когда же от нас жара спадет? Мы ждем дождика, честно говоря. Да, чтоб дождик пошел. Ой, красота. Так, Феечка с шейхом ушли шишку делить. Да? Феечка ушли. А эта молодняшка сразу нападает на меня. Говорит, давай играть, давай нас гладь. Давай целуй, давай милуй, да? Вздрогнула. Ой, старичок, наш боровичок. Началась учебная пора. Все, сейчас начнутся уроки, новые предметы у нас. Понеслись. Весельчаки маленькие. Только забот сейчас с этим 1 сентября, да, прибавится. У всех причем. Во всех аспектах жизни. Уроки, предметы, изучение всего нового. А, это все веселятся. Вот такое бодрое утро уже у нас сразу же. Прям наибодрейшее. Бегуся, ты как рефери, да, следишь за малышами? Как они? Ну, Катя, кто кому сделал бубу? Кто кому бубу сделал? Вы веселитесь, резвитесь, но не сильно. Да? Все, развеселились. Феек пришел. Феечка, пожелай всем доброго утречка. Унесла шишку, да? Вот. Да, нацеловать надо. Дядечка, тьфу-тьфу-тьфу, чувствует себя хорошо после операции. Поэтому мы попону одеваем-то, снимаем. Да так-то сяк. Не вылизывает она там себе шов, не разлизывает. Слава богу. Замечено ни разу не было. Да? Нам всем желаем доброго утра, хорошего настроения и чудесного-чудесного начала дня.